Так, надо подарок, 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 цветы. Не знаю, будем цветы Подарок ты смотреть. хочешь? Ну я подарки у вас смотрю, подарки. Это подарки? Это что-то хэллоуинская Ну именно, тематика. ну тут подарки типа Бонг. книжки всякие, чтобы за Это же прикинь, бонг подарить. А, ну не знаю. Сувенирная катана, может быть. Тут есть чем? обертка, можно завернуть подарок. Ну 40 да, баксов. можно. Все, мы ее тоже возьмем. Можно и вот эту из фильма «История игрушек» купить. Вот такая интересная. Вот интересная Они способ. чем-то отличаются? Не просто отличаются модельки. Можем скинуться. Ну, есть 1500 баксов, там сколько там? 1000 поделить. 1300 два. Бензопила, слушай. Мне пиротехника нужна. Кресло. Синее кресло. Мебель, короче. Блин, шар предсказаний. Это же прикольная какая-то штука, наверное. Нет, подожди, мы можем либо взять машинку одну, либо взять несколько каких-нибудь ништяков. Ну, решай, я просто предложил. Ну, сам что думаешь, я вот тоже не знаю. Взять такие машинку берем сюда. Машинка на пульте управления, то история. Взять. Ну что, пойдем? Чё, погнали, давай посмотрим, что за машинка такая интересная. Сейчас, подожди, да разобраться, страшно. Тут же круто. Ха. Прикольно. Ты меня слышишь? Да. Блин, слушай, она резвая такая. Прикинь, сосед не в курсе, что там парковаться, типа, разрешили. Сейчас он наорет на всех. Я думаю, на этот Проколет, вот. сдаст машину на металлолом, там, куда-нибудь пошли, не понял. Ну, думаю, они, те, кто проколят, не, типа, или заберут на Даже металл, нам туда ничего не идти? получат. Даже... Ух Да, вот ты, видишь, мотоцикл байк. стоит. Мотопед стоит. Карбоновый. Так, ну ладно, Че, у чего меня ждем тут двор здесь? есть, нету? О, вот эта машина, походу, тоже сюда. Паркуйся вот там ниже, ниже, паркуйся там, где Где, Хаммер. где, где? Там, где Хаммер будет, ниже по дороге. Патриота чуть ниже паркует с тобой, видишь? Понял. Блин, забавно. Ебать, совпадение, да? Здрасте. Здорово, здорово. Вот, в общем, это от нас двоих в коробке подарок. Сейчас передадим. Давай, чай. Давай. О, спасибо. Ну и в пакете небольшое дополнение к празднику. Да Ну, вообще ладно! мячик, ну, не для Блин, мы тоже об бассейна, этом но... подумали. Я из пожарного департамента. Пожарный Из департамент. какой? А мы видели Пожар, тебя у мы магазина просто... одежды вроде, припарковались рядом там. Ну, наверное, это ты был, мы так думаем. Да, это он был. Раньше работал в пожарке, сейчас уже в эманации, да. А, Как там? круто. Где из? В Да и там, Аммонадск. и там. Пожарник с пистолетом. Это круто. Да. Отпожарит любого. А вы сотрудники медцентра? Нет. Нет. Так, ну, собственно, кто-то любой... профессиональный мойщик окон, а кто-то просто Кто же это сотрудник человек? ателье. Здрасте. А что, это сразу так видно, да, что я хорошо понимаю? Не, ну Про мы не вас про вас, вообще? не про вас, конечно, ну ладно. Если вы хотите, можете присоединиться к профессионалу. Ой, да, Будьте его конечно. сотрудником. Я недавно патриот полировал воском. Вообще Или грязь не будьте его прилипала. менеджером по мойку Так, не его. надо там никаких Так, давайте менеджеров. сначала познакомимся, а потом будем работу друг другу предлагать. А то у меня, может, тоже вакансии есть. Давайте познакомимся, хорошо. Как вас зовут? Меня зовут Джон, фамилия Блэкстон. Но лучше, наверное, Блэкстон, потому что Джонов и так слишком много. Блэкстон, Легче Стоун стрессов. просто, и все. Можно мистер Блэк. Не знаю, как вам угодно. О, мистер Блэк, как Джо Блэк, только вы Джон Блэк. Вы тоже Да. дьявол или нет?
Да нет, просто я был в одном баре, там так получилось, что было 7 Джонов одновременно. Я такой задумался, что не так. Это хорошая история, кстати. Можно было после этого бар переименовывать. Это правдивая история. Меня Кэрри зовут. О, здравствуйте. Как вас зовут? Кэрри. По фамилии больше не надо, ее никто никогда не может нормально произнести. Скажи, пожалуйста. Давайте попробуем. Кэрри Бушнелл. Бушнелл, понял. Так, я правильно произнес, подожди. Бушнелл. Нет. Бушнелл. Я просто никогда тебя не поправляю. Думаю, ну ладно, хоть как-то. Ладно, я провалил экзамен, я понял все. Вы в шоке, в замешательстве. Я уже всех забыл, на самом деле. Мне кажется, самая тачка была охуенная, это у меня только тачка. Какая? Автобус? Не было. Ну, я думаю, я бы, если бы приехал, ты бы заметил бы. Тогда мы... Ну, я бы не приехал, жалко. Чего? У меня тоже есть охрена тачка, она в автосалоне стоит, продается. Да, это надо попасть в дырочки, то есть один человек за раз пытается попасть в одну дырочку, второй снизу ему всячески помогает. Второй, ну, это можно делать в любом месте бассейна, но второй человек должен плавать, а не выходить. Чёрт, я не стал переодеться. Ты прыгай в дырочку. Мистер Грин, я хочу очко. Принеси мне очко, пожалуйста. Это вот так, очко. А, очко? Все, давайте, кто первая пара? Порвём, давай, очки. Нам нужны очки. Давай, подожди. Ты куда? Стой. Круг и тихо, не дышите. Не считается. Да ну нафиг, все. Все, мимо. Нахуй этот круг! Раньше-то все хорошо было, это сейчас все плохо. А вот тебе вопрос такой. Ты будешь учитывать женские голоса или только мужские? По праздникам. Пойду сломаю систему немного. Здрасте. Мой бывший начальник. Ну и текущий, в общем-то, тоже. Че это? Я. Да там просто какой-то отстой, просто не знаю, что вы тут обсуждаете. Туда знакомиться не пойдем. Ладно. Там политота какая-то. Джон Блэкстон. А вы откуда? Из бассейна только что. Территориально? Сфера деятельности. Не, просто я смотрю, мы так разделились, как будто два клана, там, не знаю, это очень странно, поэтому я решил, знаете, немного разбавить. Ты сейчас воссоединимся, я переживаю. Надо воссоединяться, а то какая-то, мне кажется, сейчас что-то раскол какой-то происходит в системе. Тебе какая сфера деятельности, Джон? Я не надо сфера деятельности, там плохая сфера деятельности у меня. Коп? Нет. Чего вы взяли? Хотел полузнать кобу? Нет. Ну какая? Легальный бизнес. Все, что нужно знать. Что? Ты че мой скайпишь? Говори давай. Да не скажу, мне стыдно, блин. Понимаете? Почему? Бывает такое, когда стыдно что-то сказать. У вас все не бывает, говорю. Все, с биржи труда? Все, я пошел плавать. Я не сбежал, это вы разделились, я смотрю, вы все разделились на два лагеря, поэтому решил ради разнообразия подойти, пообщаться, что почему вообще. Да. Нет, ну если я мешаю, я могу, конечно, отойти, если у вас хорошо. Надо организовать как-то познакомиться. Начали с этого, нет? Мы еще не познакомились. Ну, как-то недостаточно этого чуть-чуть. Вот, ну, я не со всеми познакомилась, не всех знаю, кто эти люди. Вот девушка сейчас подошла. Они уже видели, как я... Наверное, это Джейна только пришла, да. Кто? Безуспешно толкала надувные круги в бассейне, а я понятия не имею, кто они вообще такие. Надо им сказать об этом, они не знают, они же не знают, они догадываются. Надо подойти и сказать, эй, вы кто такие, какого черта, и познакомиться так. Да, с ножом жила себе. Ну нет, это край... Они уже сами идут, правда, не туда, они идут за едой. Смеялся только Коринер, я оцениваю это, спасибо, Джейн, спасибо. Я понял, смотрите, есть три лагеря, вы, они и... ящик с едой. На ящик с едой тоже один. А меня... Ящик с едой объединяет. Все, я понял. Весь смысл в ящике с едой. Надо, короче, в ящике с едой тусить. Спасибо большое. А может, с радостью приму, да? Да, ну, объединимся и как бы... Давайте объединимся, поговорим. Опять вы в это узкое место идете. Давайте познакомимся. Каждый представится, скажет, как его зовут, там, не знаю, чем занимается. Это правильно. Коротко. Да, коротко. Ну, начнем с вас, мадам. А, я? Да. Ладно.
В общем-то, меня зовут Дженни. Полностью имя Дженнифер, моя фамилия Харпер. Я чуть-чуть работаю в Daily Globe дизайнером, фотографом. Ого. Так, ну, что сказать. Я держу дом корейской кухни, который называется Кой. Меня зовут Джастин, я сотрудник пожарного департамента номер 7. Пожарный первого класса. Имею 3 квалификации, неплохие, работаю с опытом. Позывной ТОР 26. Не люблю рассказывать о себе, обо мне расскажут мои близкие, как говорится. А это следующий. Я что ли? Я Джон Блэкстон. Я ни в чем не виноват, не арестовывайте меня. Все штрафы, которые я получал, это не мои проблемы. Моя машина угоняли, я профессиональный бездельник, я ничем не увлекаюсь. Катаюсь на велике и люблю хот-доги. А также у меня есть большой огромный мяч в машине, который мы так не надули, черт. Это все, что я могу сказать про себя. Не стреляйте. Наверняка вы очень популярны у женщин. Профессиональный бездельник, ничем не увлекается. Он еще, кстати, парень. Этот блогер. А, все. Это неправда, Бинго. Это все ложь. Профессиональный моющий кокон. Обращайтесь, он вам помоет, и, ну, и вас помоет, и машину помоет, и все. Я машины полирую, да, иногда без пены. Ну, неважно, в принципе, неважно. Процесс засекречен. Спасибо. Хорошо. Вот. Я пойду давай в дом, в туалет схожу. Да, а, давай. Да идите. Вот тут через окно. Грин, подстрахуй! Прыжок бомбочкой! Бля, он попал! А, бля! Фух! Здесь мои руки звучат. Я заблудился немного, я нашел выход. Да, я тоже не знаю. Больничная перекинка. Вот, с Джоном мы познакомились... Понял. В инсталайфе вообще, что довольно необычно для меня. Да, мы приехали помочь ей с машиной еще. Нет, вообще, первоначально мы договорились поиграть в этот, в теннис большой. Но да, потом да. Часть самолета упала мне на тачку. Я стояла на СТО, они решили как, каким-то образом помочь. Они не помогли мне с машиной. Но, тем не менее, я приобрела пару новых знакомств в этом году. Идите на старт. Внимание. Марш. Ой-ой-ой-ой. О! Неплохо, неплохо, ни одна не упала. Поймал. Ну вот это прям... О, нет! Кстати, что там пояснился, пацаны? Опять? В общем, я еще раз хочу сказать огромное спасибо за то, что мы все пришли. На самом деле, ну... Это вечеринка не только в честь дня моего рождения, которое у меня будет послезавтра. Это вечеринка еще и прощальная вечеринка. Мне Чего? Поступило предложение о должности главврача в моем родном городе, в Бангоре. Я его приняла, поэтому я возвращаюсь в родной город. Спасибо огромное, что вы были со мной все это время, общались. Вот, и в общем, выпьем за светлое будущее всех нас. Спасибо. Ура! 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 Ну, за грустью, конечно. Ну, да, оно было бы светлое, конечно. А, Джон, можно тебя? Это тебе? Куда ну, ты едешь, я, Джон? Дай мне ключи. Я не знаю, меня топить поехали. Я верну, сейчас. Ну, ключи-то хотя бы ставь. А, от машины? Сейчас. Да. Давай, так мы вернемся, наверное. О, круто, надеюсь. Круто. Вот только вы не вернетесь. Сейчас вернемся. Мы вернемся, вернемся. Куда мы ладно, делимся? Ладно, ладно. Что случилось? Слушай, ты куда-то уезжаешь, я так понял. Как тебе вечеринка? Ну, я не специалист, но вроде неплохо. Я, если честно, первый раз на таком был. Ребята, с крыши туда прыгать начали. Ну, почему нет? Я вообще не понял, почему ты этого не делаешь, это же весело. Потому что это очень опасно.
Ну не, в бассейн. Да, удивительно, что тебя об ноги расшибло, там мелко, а ты с такой высоты прыгнул. Не, я в эту глубокую часть же нормально. Нет. Как нет? Я и со мной все в порядке, не надо мне в больницу. А, сейчас на обратно. А, ох ты, ни хрена себе. Вопрос, где моя машина? А, вот моя машина. Вот тут, она патент стоит. А где моя машина? Управляешь вайпом? Это... Давай я помню. Нет, не ты. Ладно, пожалуйста. А, это его подарок, походу, я понял. Я вообще не понимаю, что происходит, мне никто ничего не говорит. Может, это тебе подарок такой? Сфига ли мне такой подарок вообще? Это ненормальный подарок. Не знаю, подарки, не прощай. Я продала государство, а государство не дало мне за нее денег. Потому что, извини, я хотела тебе их отдать. Да, ничего страшного. На, так. А чё? Да не надо. Может, отдашь коллегам там? Ладно, штраф в следующий оплатишь. Давно ты так надумала вообще, но улететь? Да, некоторое время как. Я же говорю, что предложение из моего родного города, а за ней должностного врача. Я по ней скучаю. А? Я вообще не понимаю, честно, сложно. А что она хотела? Да просто... Я подарила тебе что-то? Можно и так сказать. Да и подарил ты. Не-не-не. Что подарил ты? Потом расскажу. А, окей. А он да, он давно уехал на подводе к другу. Вот тебе сообщение пришло. А почему мне сообщение не приходит? У тебя стоит беззвучный режим?